Начнем с главного политического события. Считанные часы остаются до завершения голосования. 68% избирателей в Дагестане воспользовались своим правом и проголосовали. Такие данные приводит региональный избирком на 15 часов по Москве. Голосование продолжается. За выборами внимательно следят эксперты Центра общественного наблюдения. Это 20 общественных наблюдателей, которые смотрят, чтобы все прошло без нарушений и в режиме реального времени следят за процессом голосования.